мы воспользовались моментом и решили посетить Мамаев курган. Самый центр Сталинграда. Будем брать высоту. Да я даже не знаю, может, мой дед тут воевал, был. Мимо, может, хотя бы проезжал. Может, и был. Ветер бил им в лицо. Они все шли вперед, и снова чувство суверенного страха охватывало. Ну, давай, вот вниз. Оттуда, небось, да, да, поднимается. Пойдем туда, да. Вот такой вот он, Мамаев курган. Ну да, курсантик какой-то. Восьмой. Никуда от России матушки не уйти, а? Блин, такой мемориал и такой туалет. Мне кажется, в гражданскую такие еще были. В федеральном комплексе. Поднимаемся куда-то наверх. Написано было вход на панораму. Вход на панораму. Поднимаемся все наверх. Фу, вот это да.
сейчас доходим к мемориалу, мы сейчас находимся вот здесь. Дом Павлова. Пулемет Максим. А это тяжелый мотоцикл Урал. С коляской, пулеметом. Тишина такая здесь. Сталинград. Операция «Кольцо». Ликвидация окруженной группировки немецко-фашистских войск. Вот такие орудия стоят здесь. Зенитные. Контрнаступление советских войск под Сталинградом. 42-й год. Вот на таких станках делались боеприпасы во Вторую мировую войну. Токарный станок ДИП-200. Выполнял боевые заказы во время войны, написано. Всего один час у нас, чтобы все это посмотреть. А здесь столько всего. Вот так выглядел разрушенный Волгоград, Сталинград, северная его часть. От домов практически ничего не оставалось. Это такая карта и проекция на нее нанесена. Видишь, какая карта и проекция. Машина ездит. Да. Дым пожарища, черные тучи. На многие десятки километров стелился вдоль Волги. Волга горела, грохот, шум, стон. Мама в этот день посидела, а сестра Тая сошла с ума. Город ночью горел, постоянно подвергался бомбежкам.